Преимущество предоставляет нам? Конечно, предоставлял. Да, ехал. Вот на этой полосе как я могу ехать туда? Сейчас разберутся. Здесь много следов. Я в шоке, просто не могу объяснить это, чьи это следы. Когда был удар, вы где находились? На какой полосе? На правой полосе или же на обочине? Конечно, на втором полосе. То есть на своей полосе вы находились? Да. Когда удар был, я сразу на эту сторону взял, чтобы посмотреть, что. Я думал, баллон взорвался. Остановился. Вот хвост на втором полосе остается. И чуть-чуть еще взял. Машина длинная же. Смотрю, там что-то торчит. А, баллон лопнул, говорят. Сразу надо еще вот глубже взять надо. Вот. Еще глубже взял. Спустился, смотрю, машина. Стали съезжать на обочину. Да, да, да. Вот. Поэтому вот это долгое, вот, по-моему, это получилось. Поехали, поехали.